Бля, ну и дроп. Ну и дерьмище ей. Что бывает? Хочу ничего нового. А босс самый плащ? Два боссных плаща. Давайте растем пасть. Крит МП5. Крит МП5. Надо кому-то? Закину тебе на руку. Ребят, на успех не надо никому. Доктор Зло. Доктор Зло. Давай вот. Тебе закину. Да, я видел, я видел. На кубик дай, пожалуйста, доктор Трейд. Шумского дай Трейд, доктор Зло. Ну еще такое же, кстати. Ты ему передал или я ему так кинул? Да, я даю ему. Этот так. Вон. А, вон Thundercreep. Так, у нас Ханкуль отошел на 5 минут, хилы, давайте, поехали. РДД играют в глаза, танки собирают личинок, милики играют по личинкам, РДД играют по глазам. Давайте сразу, вот видите глаза, просто в глаза сразу впивайтесь и все. Скай, подойдем к Лотхибу сразу в танк, слепнешься. Мне получается в ДЦ это, Ёж? Да, давай, Ёж, сейчас в ДЦ подойдешь. Ну, сейчас уже к боссу подойдем, там уже спекнешься. Так, ребятки, РДД, давайте ближе к танкам, ко всему пати. Чтоб если на нас черви бежали, чтобы мы могли ловить их. Самочки дома сидят, поздравляют с праздником. Не с кем погулять. Так, Хатори это ж Влад, да? Давайте к боссу, шкаф. Ждем Ханкуля, он пошел там дочку, ему надо помыть. Он сейчас быстро сказал, 5 минут. Ставим шкаф, сумоним Хатори, сову в четвертом пати. Не заходите внутрь, чтобы вдруг не запустилось. Ну тут вот где-то перед входом ставьте этот. Мне механику, пожалуйста, расскажите, хила. Значит, 3 секунды только тогда нужно начинать кастовать, когда окно открылось. Когда у тебя примерно, я расскажу. Ребята, кушайте рыбу. Вон там рыба, кто падал. Короче, на вас вешается на 17 минут, на 17 секунд дебаф. Вы не можете вообще хилить. Когда остается примерно секунда или там 0 уже до конца, вы должны прохилить. То есть вы в основном с Атедисом будете играть по танкам. Сейчас вернусь. Так, смотри. Короче, там остается, типа, когда секунда или ноль, вы уже должны захилить. В основном будете, ну, там, играть по танкам, стараться танков быстро поднять. А Ханкуль больше играет... А, Ханкуля тут нету. А, доктор, ты больше играешь по РДД-зоне хилом. А Ханкуль больше по милишникам будет играть. Так, тут надо 3 танка. Скайф танка, диджей танк и я там. Я сразу переодеваюсь.
Так. Раньше времени... Так. А, ребята, смотрите, будут появляться. РДД вообще споры не бьют. Споры у нас собирает либо Войд, либо Тедис. Если недалеко спора, выставьте сразу агро себе на панель. Вы будете таунтить просто эту спору и вести ее в РДД-зону. А, ну давай. Так. Давайте так, смотрите. Сделаем так. А, те, у кого нету бафа, будут стоять у нас звезды. Те, на кого повесился баф, выходят в печенье. Вы увидите, там на вас баф будет вешаться на 2 минуты. Вот. На пол постоянно отдаем в танков. То есть запомнили, если у вас нету бафа, вы стоите в звезде. Если есть баф, вы переходите в печенье, просто чтобы спора вешалась на всех остальных. Так, по поводу гимна на ХП я буду говорить. У нас только... А, так, Скофилд, Авердос и... Ага, все, хорошо. Значит, запомнили, первый тотем на ману и гимна дают у нас Скофилд и Ханкуль. Второй у нас отдает Авердос. Нет, второй у нас отдает Йош и Доктор Зло. Так, ССы, проверьте, ССы висят у нас на хилах, на паладинах. Тут на танке, наверное, надо. Не, на танка не надо, мы выстоим. Так, рыбы, рыба Войд и рыба Ханкуль. Вон рыба, есть рыба? Поставьте новую рыбу, пожалуйста. Давайте, 40 секунд ждем. Ресается СС и все. Так, сколько у нас хилов? У нас получается... Ёж, ты в ДЦ, да? Да. Все, ты в основном, смотри, ты в основном играешь рыба стоит. На щитах. Рыба стоит. Вон, рыба стоит, ребята. Ты в основном играешь на щитах, и все. То есть твое основное — это щиты. Приоритетные цели — танки, хилы. Ну, или там те, кто проседают по ХП. Танки. Мы меняемся примерно на 30%. То есть не надо постоянно с друг друга типа таунтить его. То есть если вы видели, что захилили, я буду держать дальше, допустим, на медведя. Все, давайте, РЧ на готовность. Все, те, кто без бафа в звезду, те, кто с бафом в печенье. Ждем Пукича, ждем Ликса, есть Гнидыч, Хатори. А, Хатори, все, ну, Хатори. Зайдите, сейчас дверь закроют и... Поехали. Танки, прожимки тратим с умом. Оверхилить не надо, все, баф, дебаф повесился, все, ждем. Я думаю, я продержу его 10 секунд еще, у меня 56 тонн хп. Так, приготовили, захилить, захиливаем. Спора, спора. Спору разбили. Так. Сейчас еще одна спора в РДД-зону. Бля, да что же оно все в мильках. Так, захиливайте, захиливайте, захиливайте. Так, Dark Travel сейчас можешь сорвать агро, смотри аккуратненько, на мне спора висит. Заберите с меня босса, хорош скай. Давайте Геру, нажмите Геру, ребят. Поехали. Забрал с диджея. Так, приготовились, 5 секунд до захила. Ждем, босс вообще по мне не попадает. Захиливаем рейд. Угу, хорошо.
2 секунды до захила, одна, пошли хилить, давайте хилить, ребят. Угу. Танков всегда на фул, хочу видеть. Спора вылетела, ребят. Рейд сейчас на фул поднимаем. Хилим, 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 хилим. Забрал себе скай. Подняли, сейчас готовимся. Поднимаем рейд на фул. А, Тёма, приготовься, сейчас отдашь нам гимн на ХП первый. Через, я скажу, когда. Заберите с меня босса, скай, забери. Тёма, готовься. Две. Одна, Тёма начал кастовать гимн на ХП. Хорошо. Все, скай, держи, я заберу сейчас со скай. А, держи, окей. Забрал. Так, 4 секунды до захила. Ёж, дай сейчас гимн на ХП. Ёж, начал читать гимн на ХП. Рейд на фул. Хорошо. А, Кханкуль бочку, Скофил тотем на гимн на ману. Тотем и гимн на ману, парни. Заберите с меня босса. Приготовились прохиливать, 2 секунды. Начали хилить. Хилим, 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 хилим. Молодцы. Так, у нас остался... Так, это сейчас не тратим гимн на ХП, это надо сейчас прохилить все, ребят. Цепухи, я забрал. Элема, помогите немного с цепухами. Через 2, 1, начали хилить. Поднимаем, поднимаем рейд, хорошо. Все, ждем. Скай забрал. Идешь по своей пати молитву исцеления, да? Так, сейчас тотем. Гимн на ХП, приготовьтесь. Гимн на ХП, давай, Вердос. Хорошо. А, так, давайте, Ёж, гимн на ману, доктор зло, тотем на ману. Прохиливаем. Скай забрал. Так, диджей, сейчас заберешь с меня, я скажу, когда. Заберешь с меня, я дам спокойствие по танкам. Приготовились прохиливать. Диджей, забирай. Забрал с диджея. Приготовились прохиливать. Прохиливаем. Ну как больно. Никита, сейчас приготовься дать спокойствие. Диджей, забери. Никита, давай спокойствие. Прохиливаем. Все, диджей пока держишь. О, бля, как... Забрал с диджей. Так, я на танке прожался. Хилов сейчас поднимите на фул. Хочу видеть хилов и ДД на фуле. Все, хорошо. Я забрал диджей. Забрал, 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 забрал. Скай, прожмись там что-то, я не знаю, сделай какие-то сейф-обилки, просто чтобы ты не сдох. Можешь бабл даже нажать. Сакру на рейд нажать. Диджей, забирай с меня. Добивайте. Добиваем, добиваем. Вообще шикарно. Ебать, с первого раза. Ну, нормально. Парни, ну молодцы, ну типа шо, кого давай там поцеловать? Кто с мужиком не сосался? На самом деле тебя, потому что все по факту говорил, когда надо. Типа без тебя было бы вообще жестко. Так, следующий идем паучий, ребята. Следующий идем паучий.
Скайрейн обратно в Ретрика, Йош обратно в ШП. Сейчас немного расслабимся на паучьем. Ткань, ребята, смотрите, какая ткань есть. Это, наверное, больше на хилов, конечно. Голова еще 213-я, как вам такое? Вон, у нас есть овердос хил. Давайте сейчас быстро разролит. Стойте, не идите, давайте, чтобы не отвлекаться. Сейчас Слава быстро разролит, отпивайтесь пока. Восстанавливайте ресурсы. Ремень, две штуки, давайте. Двум первым по ролу, ребята, латы, нахэпало. А, от Эдиса ты, все, поехали. Если тебе не надо, отдай там кому-то еще, кто будет качать хэпало. А, ну у тебя же, в принципе, не одеты, забирайте. Так, а плечи. Паладин, жрец, чернокнижник. Это Т7, это за 50 ГП, парни. Все? Никому не надо? Все, давай себе, Слава. Что еще там у нас? Все, Слава, это все? Да, все. Все, давайте, хилы, поехали. Наученным горьким опытом, ребята, бьем просто весь трэш и все. По возможности на пулы всегда на танков роги. Что там, давайте этот сразу трэш, нам все равно его надо убивать. Куда пошел стоять? Эй, мой сладкий диджей, эй, давай, давай, веселей. Так, много не пулим, парни, диспелим эту штуку. Диспелим, она не дает хилить. У нас там есть... То чувство, когда этот рейд лучше вчерашнего. Диспелим, диспелим, жабы, не жмем ману. Давайте, так, все, тут все гораздо, тоже, типа, все элементарно, парни. Давайте, есть там на всех, у нас же там почти никто не сдыхал. Давайте этого пока без рыбы убьем, чтобы не тратить. Да, раздаем бафы по рейду, ребята, хочу видеть все бафы. Не знаю, ставьте себе паладины, холи пауэры ставьте, ставьте, что хотите. Хочу постоянно видеть бафы на рейде. Так, так, сейчас я шмот поменяю. Так, диджей, Даня, ты посидишь на адах, подведешь их сразу к боссу, просто будем кливать. Я посижу на боссе. А перебегать, как в прошлый раз, не будем, просто я его отверну и все. На рое милики отбегают, РДД набирают дистанцию 30 метров, чтобы на вас сало не вешалось. И переживаем просто этот рой. Все? Все готовы? Давайте, арчей, понеслась. На пул давайте, один дайте танка на медведя, все остальное в адов давайте. Поехали. Все, давайте Геру сразу. Геру заливайте этих адов, заливайте адов. Наберите, ребята, разойдитесь, наберите дистанцию друг от друга, разойдитесь, чтобы он всех не шотал. Наберите просто дистанцию друг от друга. Вон там, я смотрю, с правой стороны, там вообще он только одна сова стоит, и прист, и войт, один хапал стоит. Что вы стали все там с одной стороны? Давайте, до роя саранчи еще минута примерно 10 где-то. Минуту показывают, но там на 10 секунд опаздывают. Давайте ДПС. Кливайте там жлобов, которые стоят под этим. По 9 тонн, ой, 9-12 не прилетает. Что так больно-то? Прохиливайте, парни, прохиливайте. А что там, адов убиваем сегодня, парни, чи не? Я что-то не могу понять, вы их убили или нет? Да нет, там он 17% еще под боссом один стоит. Парни, свичнитесь, там вада, пожалуйста. Быстренько добейте его, он же нас бьют больно. Еще там, по-моему, или нет, или все. Так, милики приготовились, РДД тоже приготовились. Сейчас вот показывают, что уже должен быть рой, но его и примерно секунд 10 еще ждем.
Так, сейчас, когда пойдет рой, Ханкуль, приготовься дать бочку, и Тёма, приготовься дать гимн маны. Я прожмусь сразу. Поехали, давайте, отойдите, милики отошли. Гимн дали. Дань, забери сразу ада. Милики, пока в ада там могут подраться, побить его, я не знаю. Типа, я пока босса подержу. Давайте, я пока попрожимаюсь. Давайте я еще сам себя похилю. Эй, что хилиться не могу? А, на мне сало висит. Ну ладно, пусть сносит 70к. Что, все закончилось? Поехали, ребят, давайте. Добивайте там ада, добивайте ада, я подержу пока. А, Никитос, если есть, дай, пожалуйста, мне инер Войда. Давайте, 20%, ребят. Ну, сейчас бы шли просто без вайпов, но видите, типа на Хейган типа забагался и все. Типа так бы мы и Хейгана с первого раза убили. Да, обидно. Ну, бывает, ну, типа, на каждом сервере по-разному настроено. Очень часто тут багаются за счет пэтов, типа локов там или хантов. Типа даже ППГ. Так, все, давайте, идем дальше. Войд, походу, будет разраливать. Давайте, поднимайте рейд. Так, вон, смотрите, танки, палец. Вон. Забирай себе. Пальца у меня нет. Тут шо, здесь, я сегодня ничего не выролил, 25. Сапфирона, по-моему, я вчера взял уклонение меткость. Вот он на мишку. А да это... у меня вообще там говняная, у меня за ОД. Два кольца таких. Так. Что там у нас? Смотрите, ребята, палец на интеллект. Это, наверное, шаму на какого-то, либо на хэпала, рольте там. Всяко, перестань ролить, пожалуйста, Боди, я тебя очень сильно... Давай без заблуждения. Сначала ролим на мейн, потом ролим на офф. Вон, смотрите, какая шея, ребята, упала. Ловкачи. Вон, смотри, Динатри сразу. Пукич понеслось, Ликс. Ребят, сначала на мейн, потом на офф. Надеюсь, у всех совесть есть. Все, это все, Слава? Да. Так, парни, по одной пачке. По одной пачечке. Теперь вы, господин, вы будете служить нашему делу. Давайте, задули одну пачечку, хильнулись, рейд на фул, и потом только пулим вторую. Давайте, я буду пулить. А есть какая-то ачивка, типа, без вайпов пройти на Акселе? Да, есть. Есть, уже не получится. Бля, и вот мы ее запороли, да, из этого бага? Да, мы на трэше, типа, можем умереть, а на боссах нельзя умирать. Обидно, реально. Ну, это десятку надо эту ачивку делать. А 25-ку уже там, ребят, когда? Ребят, чего вы? Мы еще коней не прошли. Ну, да. Куда вы там? Ну, уже будет весело. Да нет, там уже все нормально будет. Давайте, хилим рейд. Диджей, давай, ты на этом, на боссе, я на трэше. Тёма, ты помнишь, что ты скофил, ты что-то делал в прошлый раз? Да, помню. Все, вообще умничка.
Так, это ж служители или последователи надо, я не помню. С маной надо. Так, поехали. Давайте так, те, кто с маной. 2, 3. А, стоп. Вот так вот пусть будет. И вот так вот. Так, где там диджи? Диджи, ты где, тебя не вижу. Вижу. Так, короче, я танчу трэш. В меня напуливать не надо. Босса можете напулить, в принципе, в диджея. А в метеоритном дожде не стоим, ребята. А по команде, Тёма, сначала звезда, потом крест, потом ромб, потом в конечном очереди луна. Геру даем сразу с пула и понеслась. Все, договорились, ребят? Давайте проверяем. Все, у нас все есть, у нас хилов достаточно. Тут два танка. Ликс, Роланда, Хатори, Влад. Все, поехали. Давай, забирай босса. Там где-то один трэш выбежал, ребят. Где-то трэш бегает. Ой, на мне сало, ой, на мне сало. Парни, вас там где-то бегает трэш. Я его не вижу. Подведите его к медведю, если видите на ком-то трэш время. Все, забрал. Ой. Берса была уже или я что-то не увидел? А, берса будет через 15 секунд. Тёма, приготовься, Тёма, можешь уже подходить куда-то поближе. Сначала ты звезду забираешь, Тёма. Тёма, забирай звезду. Сейчас, не снимай. Снимай. Классно. Звезду. Прист, Ёж, забери звезду. Майн-контроль. Диджей, прожмись. Снимайте, кто-то один. Скофилд. Если можешь, вон звезда по рейду бегает. Я говорил про мужика, что он багается. Его лучше последним. Какого мужика? Вот ты первым выбрал звезду мужика, он багается. Им нельзя снять берсу. Я понял. А, Ники, дай ты в танк. Он убил. Иду. Я на фул. Дайте гер, пожалуйста. А, гер была, все. Окей. Да, прошло, не так не бегает. А, Конкуль, бочку, Скофил, давай ТТ гим. Давайте, поехали. Раскасовывайтесь. Тёма, дай сразу гим на ХП. Тёма, забирай ромбик. Или ты уже сейчас будешь снимать? Тёма, давай. Забрал на себя босс. Тёма, давай ромбик. Парни, заберите ромбик, пожалуйста. Ёж. Снялась берса, давайте. Аккуратно спасли. Успеете добить её? Нет, не успеете. Отведите от луны. Приготовься забрать луну. Отойди куда-то вообще в сторону. Приготовься забрать луну просто. Ну, мне как команду дали, я сразу сниму. Всё, окей. Приготовься. Тёма, давай, бери её уже под контроль. Сейчас, 3 секунды, Тёма, 2, 1, снимай, Тёма. Все, хорошо. Что за сервер еще? Ну, вот такое тоже бывает, извините. Не знал. Первого трая убили, и то хорошо. Все, давайте рестаем сразу. Давайте у всех, у кого есть возможность, рестайте рейд. Хилы отбиваются. Идем дальше. Протопал про товар. ДК. Ребята, танки, диджей, Скайрейн.
что-то дичь. Я только сейчас не в инсте, я починиться вылетел, у меня голова у нас отлетела. Есть, а, сорян, давай. Ну все, я уже сейчас через полсекунды буду. Давайте шкаф, Цак, оставь шкаф. Или кто там? Давайте, ставьте Дживс шкаф. Нужен кому-то, это не было. Да, поставь. Поставь вот тут где-то Дживса в печенье, пусть сейчас все починятся. Я вот по стенке поставил. А, вот сбоку, ребят. Вон, а там вот Дживс, смотрите, в печенье стоит. Кому надо, почините, сразу купите реги. Окей, окей, окей. Так, а что, я вообще там ничего смотрю? Кожа... А, ну это на хила, блаты. Так, давайте. Диджей, ты готов? Давай, полетел. О, боже, блядь, из формы надо выйти, чтобы даже засумонить. Так, дайте танка засумонить. Нормально, да? Да, да, да. Так как больше ни на кого, только на хулипало и все. Ребята, дайте просто простой бафчик такой пореет. Чисто так. Давайте, я в медведя уже пошел. Это последняя полета? Да, да. Все, давайте, ребят. Дораливайте там то, что кому надо. У кого там руки забрать? Руки забрать. А тебе, смотрите, я кинули их в инвентарь? Должен ли в инвентаре у тебя уже оказаться? А, ну все, у Войда заберешь. Не, я не в инсте был. Что, давай уже после босса как квартал зачистим. Можно под стенкой, по-моему, пройти аккуратно, парни. Если я не ошибаюсь, то можно пройти просто под стеночкой аккуратно, не пулить этот трэш. Давайте, под стеночкой. Все, давайте, да, все под стенкой проходят. Давайте. Вот этих вот зацепим сразу. Нет, там кто-то запулил. Запулил, как вы знали. О, да, побегу, я побегу. Диспел, поеду, парни, диспел. Мас диспел. Все, все, все на себя загрел на медведя. Давайте. Ох, конечно, медведь. Сила, силушка богатырская. Все, молодцы. Олег, ты можешь наручи зачарить? Сейчас, секунду, куда я... А, не, все правильно бегу. Сейчас, сейчас зачарим, парни. Давайте ближе к боссу, там зачарим. Так, бьем весь трэш, ребята, наученные горьким опытом. Бьем весь трэш, аккуратно, вот эти пауки, которые вперед побежали, они просто под текстурами тут ходят в этом замечательном сервере. Поэтому они просто посреди могут вылезти. Так, ловим, ловим. Сейчас, те, сейчас, еще одних, сейчас еще одни придут. Стоим тут, никуда не идем. Стоим, стоим, ждем. Все, тут сейчас по бортику аккуратненько пройдем. Потому что сейчас опять, блядь, 3 часа будем в этом наксе сидеть, блядь, проходить его. Еще идут, смотрите, как хорошо, как замечательно. Давайте. Тут весело было. Что, что? А, на классике? О, я, блядь, смотрел, там у чуваков по 6к хп, я вообще не знаю, как они тут вывозят. Mm. Так, все, всех добили. Все, пошли дальше. Нацелить ли портфель? 6к это у магов. У танка 12-14 на классике. Пауки, пауки. Пауки сзади, парни, сзади пауки. Итак, пауки, пауки. Я же говорю, они как-то... А, ага, а, ага. А. Проходите дальше, ребят, давайте ближе сюда, там еще одни просто сзади. Ближе сюда проходим, ближе проходим, 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 проходим. Проходим, проходим, проходим. Все, тут стоим, останавливаемся, останавливаемся. Астана, вон бегут уже, вон на импа сорвались. Кого имп не вострали, парни? Чей имп там стоял, я все видел. А сейчас, а то вообще на мекс не могут прибежать. Да, могут на мекс не прибежать.
Ну, то гнидыча имп получается. Получается, да? Затаунчу на себя. Парни, диспал по рейду дайте, снимите этот яд, который наносит. Спасибо большое. Давайте бьем. Так, ну тут, в принципе, трэша ходячего уже нету. Сейчас там возле этого добьем, да и все. О! Пошел! Там Атедис в душе, блядь, танк. Или это был не Атедис? Эдис, смотри, бабу уже не жену. А, я понял. Я смотрю, что-то голубое побежало к боссу. Ну, у него это, у него новая раса, это, которая ночерожденные. Эти из сумерок, которые... Голубая устрица. Давайте, ребята, подходим. А ты когда репутацию с ними качаешь, ты можешь за бесплатно поменять сразу на них или надо за бабки только? Давайте, нет, по-моему, бесплатно. Это Катедис, у него, можете узнать, рыбу в звезду. Ребята, кушаем рыбу. Ну, голды. Голды стоит. Можно с его атаки зачерить? Пожалуйста. Секунду. Секунду, если есть. Я просто вред не... Не, нету. Нету. Потом зачарим. В джипсе могли быть. А, тогда после этого ЦТ зачарим. Так, Влад у нас пока курит там. Так, короче, блядь, а как панацея? Давайте попробуем по тактике панацея или я не знаю. Нет, смотри, смотри, все просто. Вот, сейчас я метку дам. Вот где ворота, да? Да. Там один кокон отлетает. И вон там, он кружок поставил, там еще кокон отлетает. Босс, значит, стоит вот тут. Грубо говоря, жопа босса вот тут в ромбике. А ты... А, там... Нет, это я понял. Там просто на цель какую-то тактику, что типа все в одну сторону отлетали. Да, не будет. Ладно, такого. Давайте. Две стороны всегда. Окей, хорошо. Так, я танчу. Я потанчу. Оденемся на хп. Так, я потанчу. Что там? Зачем Цяка? Цяка, зачем? У нас Бодя... Ой, Влад там АФК, он не может особо играть. Так. Короче, рост даем на 30%. Парни, раньше рост никто не кликните, а сдохнем все. Смотрим за коконами. Значит, давайте так. Третья пати стоит у нас ближе. Давайте, вот третья пати у нас вот тут вот звезде ближе стоит. Вот там вот печенье будет отлетать, да. А вторая где-то просто разойдитесь, РД немножечко по комнате. У нас еще друид отдыхает. Все, я знаю, что это Влад на сове, я знаю, он не особо может играть. Давайте, арчи и погнали. Еще раз говорю, рост дается на 30. Ходи, фласочку. Парни, фласочки все пьем, не жлобим. Опа. Ликс, где фласочка? Никипот, фласочка. Шумский, фласочка. Диджей, фласочка. Так, поехали, все, давайте, поехали. Смотрим за коконами. Коконы полетели в печенье, видел. Так, сейчас паучки маленькие вылезут. Маленькие паучки под боссом. Так, танка на фул, ребята. 5 секунд и будут массовые коконы. 3 секунды. Выходим сразу. Рейд на фул, ребят. Давайте, рейд на фул. С меня можно подиспелить вот эту штучку, потому что она вам хилить не дает меня. Так, паучата через 10 секунд будет в кокон. Коконы полетели, ребята. Маленькие паучата выходят. Так, через 5 секунд будут массовые коконы. Я на танке прожмусь. Все, я прожался. Стоим. Ребята, которые будут ходятся за ДПСом, напоминаю в очередной раз, что Накс это на тактику больше инст. В ЦЛК будете ДПСить как душе угодно. Тут больше на тактику. Развернулись, кокон разбили. Диспел с меня, да, спасибо.
Так, бьем. Паучата через 5 секунд, ребята. Так, маленькие паучата полезли. Так, готовимся. Через 5 секунд будут массовые коконы. Диспел меня. Так, пошли массовые коконы. Я прожму сейчас сразу, как выйду. Диспел с меня. Рейд на фул. Так, приготовились 3% до Геры. Приготовились 3% до Геры. И Гера. Поехали. Макс ДПС, ребята. Коконы два. Два кокона, ребят. Маленькие паучата вышли. Так, давайте. Коконы. Коконы, ребята. Так, сейчас будет массовая эта штучка. Поехали, массовая штучка. Диджей, если что, готовься забирать на себя босса. Я, скорее всего, умру. Да, диджей, сейчас выйдешь, забери на себя босса. Никита, дай меня сразу БР. Отводи. Никита, БР. Ну, что? Опять коконы. Я не знаю сейчас, как выжить, вообще просто не знаю. Поехали, массовые коконы. Не, вы вряд ли добьете. Пробуйте добить, я не знаю. Пусть ходят вас, убивают всех, пробуйте добивать. Роги в скользании. ДДшников нет уже, там 5 ДД осталось. Блять, сутен устал. Бейте. Да убьете, должны. Я вас вижу. Коконы меня. Ну, все, там один рукана. 2%. Ну, почти. GG. Давайте, обратно на мекс. Я в коконе. Еще под ядом стал. Я в данж заходите, там куча аликов. Да, она меня просто вот в последней фазе она меня разорвала просто. Но у меня прожимки на хп не было, на количество, так бы выжил. Ничего, сейчас убьем со второго трая. Скай, спикнись, пожалуйста, в танка мне на мексну. Потому что там два танка такое. Добежим, спикнись. Мы в одного были, я в ДД как дебил спикнулся, я думал, хватит. А, да? Поэтому меня шотнуло, да, то есть давай подменяйте, ребят. Я понял, Скай, давайте дальше в ретрике. Не, ребята, тут два танка. Ты прожимки после 30 только отдавай, две своих вот эти. А да. До 30 вообще не отдавай. Вот это как раз, когда после 30, на первой я отдал сразу хп. А на второй уже все. Да Динатри, потом зачарим, они, ну, типа, это много не решит тебя. Потом зачарим тебе все. Давайте, смотрите, мы начали собираться, в 18.30 мы где-то выдвинулись. Мы за час закрыли почти два квартала, ребят. Мы очень хорошо идем. За час два квартала. Ну, у нас осталось, там сейчас этот легкий квартал, стадиусом легкий квартал, все. И останутся только всадники. На всадниках у нас есть техника, отточенная годами, поэтому давайте. Там петухи стоят, сумунете. Да. Трэш только, не пульте, парни, аккуратно. Хорошо, что мы весь трэш почистили, видите, можем нормально быстренько пробежать. Фласочки, когда вы умираете, вот эти фласки ивентовые, они спадают, юзайте их заново. Вообще, фласки топовые, можно еще 90 СПД себе разогнать. Диджей, давай их танка, Скай, ты в ретрике. А я думаю, чё ты так отлетел быстро на диджея? А ты, оказывается, захотел подамажить, да? Ну так, кто знал. Пригрел змею под сердцем. Давайте, подходите, сейчас поставим рыбу, бафнемся. У нас было все вообще замечательно. И ДПС она быстренько отлетает. Почти арахнофобию сделали. Если бы не сдохли, то сделали.
Да тут так настакалось то, что мы ее довели, она сразу маскоком завязала. Ну, вот так вот. Бывает такое. А да? Можно один вопрос на будущее? А вот смотрите, паук этот кидает в коконы тех, ну, точнее, туда, где ближе к ней, или она может в дальний угол кинуть? Вот, допустим, печенька сейчас дальше всего. Есть смысл около печеньки стоять? Она только что кидала вообще в звезду. Сюда. Ой, в звезду, да. Да, кидает. Выходу кидала. Просто я весь бой возле звезды стоял, я ни одного кокона в звезде не увидел. Смотри. Ну, она не в звезду, она посередине между звездой и печенькой кидала. Не-не-не, я у звезды стоял. Стопните, флот. РДД расходится вот примерно вот там, где я вот в кубике стою, вот кубик. И вот так вот, вы просто дугой становитесь, и все. Вас на РДД 10 человек. То есть, ну, не поместиться сюда в 10 человек, то есть, даже если в крайнем случае оно кинет в печенье, и ты тут рядом, ты хоп, свичнулся сюда, кто-то полетел в звезду, хоп, ребята с той стороны свичнули, и все. Так, диджей, ты в танке? Что там, шкаф есть? Шкаф, да, дайте шкаф. Засумоньте Войда. Войда, Авердос тоже. Авердос, ты тут? Так, кого сумонит, ребят? Динатрий. Все, всех засумонили, ребят. Вроде всех. Так, что я хотел? Кто кулаки дает? Кулаки у нас дает Атедис. Каски дает Скайрейн, ты даешь кресты. Давайте, хочу видеть на всех баф, хочу видеть на всех рыбу. Рыба вот стоит, ребят, прямо возле рейда, в центре. Между танками рыба. Так. Войд без рыбы, Тяка без рыбы, Динатрий без рыбы, Мегалодон без рыбы. Так. Ярик, Динатрий, Ярик. Молодец. Так. Что еще у нас там? Ребята, кулаки можно дать по ДК, кулаки можно дать по друлям. Кулаки можно дать на Варана, Пукича. Пукич, не кричи на АП, кричи на ХП. Я просто, может, избиваешь баф. Я и так не кричу. А, все. Я кричу только на хил, ну, точнее, на ХП. Все, 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 все. Все, ну, вроде бы все, фласки на всех есть. Все, все готовы, ребят? Так, поехали. Готовность. Ребят, все точно так же. Гера на 30%. Точно так же. Динатрий, Авердос. Динатрий, Авердос тут. Авердос, да, Динатрий. Динатрий написал уже, отошел. А, куда он отошел? Руки, по-моему, дрожь. Этот. Ну, мы его засуманили уже. А, руки, по-моему. Беляшами, блин, боже. Да. Серьезно, Рафаэль. О! Сейчас ждем быстро. Все, поехали. Динатрий пришел. Давайте, поехали. На пол в танка, парни. Спуки чуть ли не сдох.
Кокон, один в звезду, один в печенье полетел, парни. Звезда и печенье. Маленькие паучки вышли сейчас. Приготовили, сейчас массовые коконы будут. В печенье два кокона улетело. Так, маленькие паучата вышли. Танка диспел, парни. Танка диспел, вы не можете меня хилить. Угу, спасибо. Приготовились. Массовые коконы через 5 секунд будут. Печенье. Печенье, два кокона. Сейчас будут массовые коконы через 5 секунд, парни. Я знаю сейчас, как мы сделаем. Мы сейчас классно сделаем. Массовые коконы пошли. Так, сейчас ее опускаем до 32% и стопаем ДД. Хила на фулл. ДД стопнули, ДД стопнули, уже ДД стопнули, все абсолютно стопнули, убрали руки. Ждем, ждем, ждем. А, не, успеем или нет? Давай Геру, давай Геру, ладно, давайте ДПС, не успеем уже, надо было раньше делать. Давайте ДПС. Надо было где-то на 35 стопать. Я сейчас прожмусь. Да, и убьет меня, мразь. Диджей сразу забирай, Никита, меня ресы. Танка на фул. Присты, прокрутите баф, пожалуйста. На стаму можно. Медведь улетел в печенье, медведя быстрее выбейте, там 15 секунд сейчас до фазы. Хильте диджея. Парни, в печенье стою, в печенье стою. Выбивайте меня быстрее, 5 секунд. А, даже так добили. Все, молодцы. Так, там пушка какая-то упала. Давайте, ребята, выходим, выходим, выходим. Войт там ролит. Вы сейчас в чате сейчас все увидите. Ребята, выходим. Вы сейчас в чате все увидите. Так, смотрите, ноги, ребята, упали на маги. Маги, РДД, Локи, кто там? ШП. На холика нормально. Так, идем в мерзость, ребята. Хорошая. Давай, диджей. Челюсть упал. Потом это может быть надо будет диджей, я не знаю. Так, теперь Skyrain. Фулл танк собран. Нет. Поэтому я не знаю, если танк не фулл, то пускай ДД забирают. Скай, ты будешь танка одевать или ДД? Просто, ну, есть ребята, которые ДД одевают, и им, типа, нужны эти шмотки. Ну, есть, которые в одном стеке ходят, а есть, которые по два надо одевать для рейда. Ребята, в десятке, два спека вам никто одевать не будет. В десятке, так, пожалуйста. Dark Traveler, значит, off, я... Retric off, хпал у тебя main, я так помню. Pukic Arms, main спек. Там я там... Форик, я Форик. Ну, значит, Pukic пусть забирает. Пукичу отдам, больше профита будет. Уебать, найс. Ребят, сначала одевается main spec, потом уже off. Я же говорил, в самом начале рейда, если идем, вы говорите, я, допустим, иду в ДД, ролю на танка. Точно так же наоборот. Имейте совесть просто. Вон на танка забирайте. Скай, тебе надо, смотри, запястье. Если Скаю не надо, то тогда забирайте себе. Все, Скайю не надо, забирайте себе там.
О, на Тедис. Кто еще в спек, ребята, будет качать танка? Никто? Все, давай Тедису. Пояс, что за пояс? Кольчуга. Ханты, энхи, наверное. Энхи, да, энхи, ханты. Котов в ханты у нас нету. А, буе, ну тогда в банк. Пуха идет, пришел. Какой там сейчас квартал? Мерзости. Мой любимый. Боешку будем ролить, нет? Бое идет в Гильбанк. Сука. Так, отдайте мне, пожалуйста, я сейчас посмотрю, можете не давать мне. Ой, бля, извините, пар. Так. Да, окей, Мексна. Значит так. Так, базука. Базука. Так, второе. Сейчас, секунду, ребята. Текущий. Да. Так, ждем. У нас там диджея нету, авердоса нету. Значит так. Мути-мути и данжмастер отдают на пул лоскутика в медведя. Ликс, ты отдаешь на пул в базуку. Это не обязательно. Тут все на пулы в танка давайте. Тут работает как на груле. Все знают, как на груле. Просто милики 15 секунд покурят и все. Отойдите на все нормально. Так они проще просто в него отдать на пул, да и все, чтобы милики сразу били. Смысла в этом нету. В танка на пул проще дать, чтобы у танка больше было огромное. Тут у нас 3 на пулы. Просто по КД в танка пулите, все, и проблем не будет. Давайте, ладно. Так, сейчас ждем диджея. Диджей там отошел на 2 минуты. Так. Так, короче. Я так понимаю. Ладно, давайте попробуем в одного танка, потому что, я не знаю, диджей где-то отошел, сказал на 2 минуты, если что. Так, а что, есть место? Сейчас, лоскутик убьем, сейчас, секунду. Вроде, ну, вроде нет, я не знаю, если Влад там уйдет, то тогда будет. Вы что, уже пошли, Накс, да? Да. Все, пока поехали. 8 же говорили вроде. В календаре все абсолютно заметки. В календаре, я не знаю, откуда инфа 8. Все заметки были в календаре по 18. Вообще стоял на 18.00 по МСК, а перенесли на 18.30. Откуда инфа, что 8 была? Может, он с субботы перепутал. В субботу был на 8, да. Не знаю. Ребят, пожалуйста, чекайте календарь чаще, не слушайте. Типа, сколько людей, столько и мне, не чекайте, просто календарь и все. А, Никипос, все, нормально. Никипос на втором месте по огру, все. Нормально, все. Давайте. Ребята, убиваем его без Еры, чтобы Еру сейчас сразу не сидеть долго на этом, на хусе. Я там просто на фазе уже прожмусь. Он там, в принципе, когда процентов 5-10 у него начинает, он больно пробивать меня. На 5%, да там 10 секунд, я не знаю, даже. Ну, я жарю, я прожмусь просто, да и все. Только Геру не вздумайте дать, потому что 10 минут сейчас будем курить ждать. Не, можно, конечно, сдохнуть, но зачем?
То что ты гусь, Леха, я знаю. Мне не хватает, мне каски не хватает на себя. Скай, дай мне каску, пожалуйста, если можешь. Все равно, что хп мало. Ты можешь отойти, Дань, можешь отойти за босса, я потанчу. Вот это уже интересно, у меня перекат меткости, а я что-то промахнулся по нему. Мастерство. Чем промахнулся? Ну, кап 9. Капкой, по-моему. 9. Не, у меня 8,8. Парирование, да? Поэтому промахнулся. Или уклонение. А, это в Сириус, я забыл. Слышишь? Ханкуль, давай бочку на ману и Скофил. Ой, Скофил, давай тогда на один на ману. Давайте, парни, крутите эти свои штучки. Так, сейчас я уже готов прожиматься. Сейчас он только вырастет, сразу прожмусь. Давайте. ДПСим, парни, ДПС. Огнидыч, ты же вроде лок, сливай себе хп. Цяк, а то же сам. Парни, чего, локи это же классы, у которых вообще бесконечная мана. Оп, поехали, я прожался. Давайте добивать его. Молодцы. Все, об этих только не умри. Никитос, топ ДПС, Цяка второе, Мути-Мути третий, Данжмастер, Базука, Ёж. Ну, нормально ты Ёж додаёшь, 5,8 дал. Пояс. Ткань, ребята, пояс, смотрите, какой 213-й, кому надо? Так, наследие, что это такое? Сила, защита, шея. Танки, всё, танки. О, это, по-моему, этому надо. А, да, диджи. Так, сейчас подождем, похилимся. Дальше. Это нахапало нормально? Да, вариантов нету, ну, типа. Тебе, ну, типа, вариантов нет. Он на Тедису. Давайте, хильте, ребята. Хилим, отпиваемся. У нас никто не умирал, поэтому рыба никому ничего не надо. Давайте, выхиливайтесь, сапоги. Ткань, смотрите, ДД, ДД, РДД. Ну, если он Владу тоже, блядь, с Ролом так же везет, как и мне. Скофилду закинул. Да, да. Тяка просто позже кинул уже. Ребята, не слакайте, пожалуйста, с Ролом. Если что, Скофилд передать можно. Да. Забираем и отходим их ближе ко входу. Отходите от входа, ребята, отходите от входа. Сейчас во входе их положим просто.